представляем вашему вниманию активную мультимедийную систему от компании Sven модели BF11. Мультимедийная двухполосная стереосистема с повышенной чувствительностью шелковых высокочастотных динамиков и Hi-Fi разъемами. Отличный выбор для ценителей качественного стереозвука. Система обладает чистым, насыщенными низами звучанием, высоким уровнем максимальной громкости, что обеспечивается хорошими мощностными характеристиками. Общая выходная мощность 2 по 18 Вт, а диапазон воспроизводимых частот составляет от 40 Гц до 20 кГц. Соотношение сигнал-шум более 75 дБ. Диаметр высокочастотного динамика 1 дюйм, а диаметр низкочастотного динамика 4 дюйма. Номинальный ток потребления 0,24 ампера, а типы входов 2 RCA. На задней части одной из колонок расположились регуляторы громкости высоких и низких частот, кнопка включить-выключить, а также индикатор работы, а также порты входа-выхода, из которых имеется выход на сабвуфер, а также разъем для подключения кабеля питания. Питание системы производится от сети 220 вольт. Цвет данной системы возможен в нескольких цветовых решениях. Материал корпуса выполнен из дерева. Вес составляет почти 6,5 кг. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.